Интерес к международному туризму только за май вырос в 2,5 раза. Если в прошлом году в предлетний месяц казахстанцы приобрели чуть больше 300 путевок, то в этом уже 800. Президент Ассоциации туроператоров Казахстана назвала причины такому скачку. Это появление новых направлений, прямых рейсов и увеличение числа стран, куда не нужна виза. К слову, в 2022-м соотечественники могли летать прямыми рейсами в 12 стран, в этом в 19. До конца лета эта цифра вырастет до 24, уверяет Инна Рэй. Что касается направлений, казахстанцы не изменяют своим предпочтениям. В лидерах Турция, на втором месте ОАЭ и Египет, а замыкают тройку Таиланд и Вьетнам. И, конечно, есть такая тенденция, о ней тоже нужно говорить, что для многих казахстанцев отдых серьезно не по карману. И, на мой взгляд, основная причина может быть не столько в падении уровня жизни, а из-за того, что курс доллара необычайно высок, доллара, евро, и в переводе на наш тенге оказывается, что суммы очень большие. Вот эта часть населения, она не может себе позволить отдых за границей. Люди со средним достатком, тем не менее, стараются накопить эти деньги. Аналитики сервиса OLX.KZ опросили казахстанцев, где они планируют провести отпуск. На вопросы ответили 4000 респондентов. 45% из них вообще не планируют выходить в отпуск. Причина – сложное материальное положение. Отдать свои сбережения на заграничные курорты не пожалеют 17% опрошенных. Все остальные предпочли отдых внутри страны. Причем больше 80% из них намерены ходить в походы, а не приобретать путевки на отечественные курорты. Мы тоже опросили жителей столицы. Респондентов меньше, но соотношение приблизительно такое же. За границу? Нет, у меня других растрат много, я лучше здесь езжу. Я не трачу деньги просто, ну как бы, на отдых прям очень много. Не считаю прям нужным, я лучше на другое потрачу. Конечно, не хватает, туда надо хорошую зарплату, чтобы было. Минимум 600-700 тысяч тенге. Да. Боровой можно съездить. У нас нет отпуска. Сейчас сезон начался уже. У меня муж есть. Он зарабатывает. Ну, среднее. Ну, раз в год только. Выехать за границу. Есть такая возможность, поэтому с удовольствием отдыхаем. На отпуск наша семья готова около 2 миллионов потратить.